9 лет колонии строгого режима. Такой приговор был вынесен сегодня северодвинскому наркоторговцу. Действовал не один, в компании несовершеннолетнего подельника. Подробности у Марии Алексеенко. В июле 2017 года обвиняемый решил приобрести крупную партию наркотиков. К преступному делу он привлек и своего знакомого, который был должен ему 4000 рублей. Однако, приехав за запрещенным веществом, был задержан сотрудниками ФСБ. У него изъяли около 200 граммов наркотиков. Сегодня оба на скамье подсудимых. В ходе судебного заседания подсудимые вину признали частично. Они показывали о том, что действительно совместно изъяли наркотик из тайника, но намеревались приобрести не 222 грамма, как предъявлено обвинение, а только в размере 50 грамм. Но никакими доказательствами данный факт не подтвержден. Одного из подсудимых также обвиняют в принуждении к преступлению несовершеннолетнего. На момент совершения преступления ему было 17 лет. В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Варданяну наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второму подсудимому назначено лишение свободы на 5 лет в колонии общего режима. Мария Алексеенко, Павел Пунанов, Вестник Северодвинска.